Итак, второе положение. Как мы можем еще поставить спинку в классическом танце? Мы должны лечь, опуститься на пол, лечь на пол, поставить ножки в пол, расправить плечи, лечь, расправить и опустить поясницу на пол. То есть в таком варианте у нас живот оказывается плоским, поясничка лежит на полу, плечи расправлены, ровная спинка, ровная шея. Нужно запомнить это положение корпуса, запомнить. Оно нам пригодится при дальнейшем танцевании и изучении классического танца, основ классического танца. Так мы немножко полежали, запомнили расправленные плечи, подтянутый живот, все мы это запомнили. И уже можно переходить непосредственно к изучению классического танца.